А вот пока вы смотрите на кукурузер от 80-ки, я вам кое-что расскажу про бред России. Все думают, что на 80-ках можно ездить везде, но это не есть правило. Самые крутые Тойоты, они прыгают от J20, дальше идет J40, дальше идет J70, а вот J50 и J60 и J80, ну в смысле 80-ки, так вот они делались для других машин. То есть, в принципе, это были нормальные джипы, но по сути событий, то, что было раньше, вот то работает. И сегодня, сейчас мы говорим, что 80-ки, сотки и 200-ки, а также прадики делались, ну, немножко для другой цели. Вернувшись к вопросам бытия, 80-ка, этот автомобиль продавался в Америке. Для Америки есть другая механика процесса. Зачем лезть в дебри на большом семейном автомобиле? И по сути событий, все кукурузеры и от 80-ки в том числе имеют абсолютно ту же составляющую. Универсал на больших колесах. Причем колеса настолько огромные, что это уже и универсал уже. И тут все просто. У меня есть универсал от Nissan на маленьких колесах. Так вот, места там больше. А в какашку пиндосы любят мотаться на пикапах. Вот тут и позже. Toyota вернула тундру и затем секвою. И вот это правило. И для Америки. Потом уже, быть может, вы и видели 80-ки, лепленные под Lexus. То есть вы просто приехали в Америку и хотите продавать. Но не вся Америка любит просто Toyota. Хотя в лидерах у них и Camry, и Corolla. А для крутизны воткнем Lexus и отвернем, и навернем салон. Ну вот, собственно говоря, и все. То бишь, пацаны и девушки, все от 80-ки – это большее качество жизни. Естественно, Toyota никуда не свернула с внедорожников. Только модели без наплывов, и они есть. Настоящие брутальные внедорожники. И в говно, и в помпасы, и на охоту, и вообще. С кучей приспособ и прочего. Ну, конечно, можно все это навернуть, но зачем? Любим в говно лазить, покупаем машину для говна. То же самое было и для Nissan, но не сейчас уже. Сегодняшний Patrol – это тот же большой универсал на больших колесах. Теперь почему 80-ки живы? Рама, естественно. Везде и всюду рама рулит. Лучше, конечно, американская, но и Япония и Mercedes рулят. А если хотите погонять на Toyota, то сейчас это FJ Cruiser, 4Runner, Tundra и VDJ. От 75 до 78. Вот это машины. Их, конечно, мало в России, но они по сути есть. Можете купить.